Дорогие жители города рассказывал. Хочу прокомментировать ситуацию по отлову собак. За последний месяц отловлено 15 особей. На все заявки мы стараемся оперативно реагировать. Сегодня выезжала бригада по отлову собак. Завтра будет выезжать по отлову собак. Заявок много, на все реагируем. Убедительная просьба: не подкармливайте бродячих собак. Подкармливая бродячих собак, вы усугубляете ситуацию в городе.